Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить ничего интересного. Хочу сегодня показать расклад «Любовный треугольник». Я хочу его назвать «Любовный треугольник 2», потому что один уже треугольник мы с вами рассматривали. Итак, мы смотрели классическую ситуацию «Жена», любовница, либо наоборот. Здесь могут быть любые варианты. Девушка, парни, парни, девушка, все что угодно. Потому что, когда человек попадает в такую пикантную ситуацию, человек узнает, что это, оказывается, ты и еще есть двое. И вот что тут делать? В первом мгновении всегда кажется человеку, что ему просто вот небо упало на голову. И выхода нет. И даже воздуха не хватает. А в голове вот сразу возникает масса вопросов. Что делать? Как быть? Чего ждать? Чем сердце успокоится? Вопросов масса. Ответов нет. Вот советую в таких ситуациях никогда не впадать в панику. Потому что девушка треугольника, если сейчас девушка смотрит, да? Вторая, может и не иметь представления, что она в принципе находится в любом треугольнике. Я вам сейчас объясню, почему так бывает. И для этого не впадайте никогда в панику. Можно вот такой расклад сделать и сориентироваться, что же на самом деле происходит. А потом уже делать какие-то, предпринимать какие-то шаги и выводы. Кто хочет, присоединяйтесь со своей ситуацией, если у кого-то возникла такая ситуация к этому раскладу. А кто не хочет, как говорится, да, просто посмотрите, как это бывает. Этот расклад у меня потом можно будет заказать. Этот и множество других. Либо просто посмотрите, кто учится, может, на картах гадать, тоже можете посмотреть, как это делается. Итак, то, что гадать, честно говоря, мне слово вообще практически терпеть его не могу. Гадать, это, знаете, это не рулетка. Судьба – это не рулетка. В принципе, она рулетка, но судьба с ней не играют в такие шутки. Поэтому лучше смотреть, каким будущее желает у вас далее быть, каким оно хочет случиться. И зная это, можно предпринять какие-то шаги все-таки, чтобы его изменить. А изменить мы будущее всегда можем. Итак, давайте приступаем. Еще раз говорю, кто хочет, присоединяйтесь. Кто не хочет, может потом заказать этот расклад. У меня мои контакты есть под видео. Только не звоните, пишите, потому что я могу быть занята. Я всех вижу, всех слышу. Отвечу, когда будет время. Итак, приступаем. Как относится на самом деле к вам ваш любимый человек? Ну, как вы считаете, что он у вас уже любимый ваш человек? Как он относится к сопернице? Соперница может быть любая совершенно. Ну, что их, в принципе, сближает друг с другом? Эта карта тоже может показать. В принципе, что же их все-таки сближает? Что в настоящий момент, третья позиция, вот такая вот она, третья позиция, вот посмотрите, затевает это ваша соперница. Вообще неизвестно, что она втянута в воронку любовного треугольника. Это тоже можно посмотреть. Пока что это карта. Но что она нам может показать? Не знаем пока. Дальше. Как вот вам лучше выстраивать отношения с этим партнером? Вот с учетом вот этих текущих нюансов, которые появились, когда человек узнает, что есть любовный треугольник. Вот как себя вести? Что делать? Как бы их положить? Вот так, что ли, положить? Давайте так положу. Как лучше себя вести? Как выстраивать отношения? Впадать в панику, не впадать в панику. И четвертая карта. Чем в итоге вот может все завершиться? Этот любовный треугольник. Ну, потому что против судьбы ты, собственно говоря, ну, не попрешь. И лучше, конечно, вот заранее видеть исход вот этой ситуации. Предположительно. А видя исход этой ситуации, можно, конечно же, ее изменить. Однозначно понятно. Это же априори. Итак, сейчас мы посмотрим на этом примере, да? Еще раз говорю, подключайтесь. Может быть, это совпадет с вашей ситуацией. Как относится к вам мужчина? Ой. Как относится к вашей сопернице? Что их сближает? Как лучше выстраивать отношения? И чем все это завершится? Итак, как относится мужчина? Я вижу аркан дьявола.
Ох, здесь совершенно все. Это страсть. Он страстно хочет быть с вами. Это и секс, это и привязки, это и зависимость. Он и спит, и видит, как говорится, вас по ночам, и думает, и мысли его не покидают, а вас постоянно, у него как вот пластинка крутится в голове, ваш образ, ваши слова, он постоянно их вспоминает и думает об этом, и думает о вас. Это четкая привязка, он просто к вам привязался. Но по этой карте, честно говоря, про любовь говорить пока рано. Почему? Потому что началось какой-то такой сильной страсти. Это не любовь, это какое-то просто вот наваждение у человека на вас. Вот в чем вопрос. Но я люблю делать расклад таким образом, пока я что-то сказала. Я сейчас пойду дальше, и мы еще можем возвращаться к этой карте не один раз. Как она относится к вашей сопернице? Что же их сближает, либо удерживает друг с другом? Я смотрю, что женщина достаточно такая... Ну, непростая, будем говорить, знающая свои цели в жизни. И я вижу, что он даже немножко побаивается на самом деле, потому что знает, что действия с ее стороны будут резкие и достаточно такие корректные, жестокие будут действия. Во-первых, там привязка. Во-первых, там есть какая-то материальная зависимость, насколько я вижу. По всей видимости, либо она его... по денежкам держит. Может быть, бывшая жена, могут быть элементы, либо жена, да, либо какие-то денежные обязательства, два могут быть. Либо какое-то общее хозяйство, в которое уже люди вступили, уже живут в гражданском браке, такое тоже может быть. Но у королевы Пентакли очень серьезные отношения, к ней такие достаточно реальные. И вот видите, какую разницу, как он относится к вам, например, к женщине, да? Тут просто страсть. Тут просто вот такой... ураган страстей, а здесь уже такие реальные чувства достаточно. Он понимает, с кем имеет дело, да? Он понимает, что здесь шутки плохи с этой дамой. Шутки плохи. И он сближает их. Может быть, общее хозяйство, ну, какие-то серьезные дела. Может быть, работа сближает, да? Часто видится на работе. Все что угодно. Это нужно смотреть просто по обстоятельствам. Я обычно смотрю, когда вот есть дата рождения, там вообще круче, там... Просто можно прекрасно, когда есть реальные люди. Когда я вижу реальных людей, либо мне дают контакты вот этих реальных людей, вот тогда уже будет проще узнать об этом. Что же затевает в настоящий момент ваша соперница? Вообще известно ли ей, что она втянута в эту воронку треугольника? Я вижу, что ей неизвестно. Что все летит, вся информация летит мимо нее, она вообще ничего не знает. Та же самая, кстати, масть пентаклей. И здесь видно, что руки тянутся, а мимо летят пентакли. Говорится о том, что мужчина ее обманывает. Он не выдает вас и ничего ей не рассказывает. Это однозначно по этой карте понятно. Пустая карта. Карта мимо пролетающих событий. Мимо нее все пролетает. Ничего она совершенно не знает. Вот в чем вопрос. Как лучше выстраивать отношения с партнером? С учетом текущих, как говорится, нюансов. Я все-таки одну карту не выложила, но сейчас и доложу. Я, по всей видимости, одну карту тут пропустила. У меня просто скоро консультация, я немножко тороплюсь, если честно. Мне нужно... Я человек пунктуальный, если мне заказали консультацию там на 12 часов дня, например, да, я четко должна выйти на это время. И поэтому я немножко могу торопиться, да, но все равно четкости я не теряю, да. Итак, как же мне все-таки выстраивать отношения вам с вашим партнером? В текущих отношениях что же делать? Нюансы же такие открылись у нас, да? А как устраивать? Уже ничего не поделаешь. Что на самом деле восьмерка жезлов всегда показывает, отношения уже начались. И вы оказались в такой ситуации, что вы уже просто вовлечены в эту ситуацию, вовлечены в эти отношения. И уже отношения продолжаются, и вы даже на эту ситуацию никаким образом пока сейчас не можете повлиять. Как говорится, то ли круг замкнулся, то ли круг закружился. В общем, все уже в действии идет. И вам, по всей видимости, ну, как действовать? Продолжать отношения. Продолжать отношения. Если есть такая, так сказать, у вас потребность, почему бы себе, как говорится, не отказать? Потому что дьявол это как бы и про секс говорит, и про женское здоровье. Почему бы не продолжать, собственно, почему бы не попробовать? Потому что там уже неизвестно, что же будет дальше, чем это решится, да? Что они там решат, но она еще не знает. В
Вот мне хочется еще одну карту достать, мне не хватает еще одной карты. Вот я верхняя, если лежит карта, такой достану. Я, по всей видимости, просто не доложила. Ну, информацию всегда можно достать карту, информацию всегда можно доложить. В итоге, в чем же завершится эта ситуация? Аркан умеренности. Это будет продолжаться и достаточно долго, я смотрю, по умеренности, и достаточно длительно это будет продолжаться. Ситуация будет развиваться неспешно, и конца и края, пока я вижу это, но этому не видно. Почему? Потому что насколько мужчина будет тянуть и не показывать эту ситуацию, тем больше все это будет затянуто. Либо нужно сказать этой женщине об этом, да, это называется, вот что решит партнер, скажет он ей, либо не скажет. Вот если скажет, то ситуация могла бы завершиться быстрее. А по этой карте мы видим, что это летит все мимо нее. Она эту информацию совершенно не знает. А раз она совершенно не знает, значит ситуация будет длиться долго. Аркан умеренности себя показывает, что это, я называю, как резина. Тянется и тянется и тянется. Ну вот такой краткий расклад я вам показала. Ну, во-первых, по аркану умеренности все же. Что же мы думаем? Что же нужно делать? Значит, нужно, чтобы он ей рассказал, чтобы нам из расклада убрать вот эту карту итог. Потому что аркан умеренности итог-то нам не показывает. Он нам показывает продолжение этой ситуации. Но здесь вот эта карта, она первая, она достаточно такая, как вам сказать, опасная. Опасная почему? Потому что страсть есть, а потом страсти вдруг не будет. Страсть может схлынуть. А у него надежные опоры есть, надежные такие отношения есть, которые были, да? И женщина, которая, по всей видимости, доминирует им, которой он побаивается, да, и что-то открыть свои карты. И поэтому, если это перерастет в более такие качественные чувства, то отношения могут быть. Но если страсть все-таки схлынет, мужчина как будто проснется, он может просто проснуться. И все. И девушка рядом есть другая. Она может кем быть? Женой. Да? Может быть, просто там женой гражданской. Может, просто с девушкой он еще встречался, у него были отношения с девушкой. Все может быть. И поэтому, вот по этому раскладу, вот эта карта сейчас показывает и подтверждает вот эту карту, что она ничего не знает. И чем дольше она не будет этого знать, тем дольше будет эта резина тянуться. А вы уже втянуты в эту ситуацию. Жезлы уже летят. Ситуацию не остановить. По всей видимости, вы тоже заинтересованы в отношениях с этим мужчиной. Так что, дорогие мои, вот такой расклад я вам показала. Это называется любовный треугольник 2. Так что, кому нужно будет такой расклад, можете заказывать, можете смотреть мои контакты под видео. Пишите смело, не стесняйтесь. Разберемся. Узнавайте условия. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Всех вам благ, удачи, любви. И всех вам благ Вселенной, от Вселенной. Всего вам доброго. До связи. С вами была Викана.